скористатися розрекламованими купонами зі знижкою. Боже, у тебе ручки ізгризані. Чи ліпше заплатити повну вартість? В цьому випадку риби більше, але мінус авокадо. Наскільки різниця якість послуги? Дівчинка, а у мене теж такі точки будуть? Я просто перший раз. І чи варто гаяти час на пошуки халяви? Боже, який кошмар. На процедуру тростинна засмага в салонах краси тепер потрібно записатися заздалегідь. Байдуже, що коштує послуга 600 гривень. Охочих мати бронзову шкіру на літо вистачає. Втім, дехто намагається заощадити і полює в інтернеті на купони на знижку. До того ж, не лише в салони краси. Трапляються купони на суші, кальян, навіть винаймання велосипеда. Але от чи не впливає низька ціна на якість обслуговування? Тішитися такими акційними купонами чи ліпше на них не вестися? Просто зараз Рая Тернавська и Аня Селезньова це перевірять. Начинаем тестить скидки с проката велосипедов. Я беру велосипед за полную стоимость, а моя коллега Аня Селезньова возьмет двухколесный в том же месте, только со скидкой, которую нашла в интернете. А я не знаю, какой получше. Вот этот получше, да? Давайте этот красивенький, такой хороший. А сколько получится мне на час? 70 рублей. И что нужно еще оставить в залог? Паспорт 1000 рублей или же загранпаспорт, если у вас есть права. Не, нету. Давайте вот 75 я плачу за велик и 1000 гривен паспорт. Эти парни, наверное, не в курсе, что просить паспорт в залог незаконно. Но чтобы не сорвать эксперимент, соглашаюсь. Оплатила я всего час за 75 гривен. Если брать на 2 часа, уже дороже – 150. Аня, твой выход. Пока Рая взяла за полную стоимость велосипед, я возьму его по скидке, по вот так называемому купону. По нему я получила скидку более чем на 50% за 2 часа катания на велике. И заплатила вместо 150 гривен всего 69. Заранее по телефону я записалась на время, как и указано в условиях акции. А это прокат... А я вам звонила, можно будет взять велосипед? Но тут парень-прокатчик, который меня встретил, удалился и начал кому-то звонить. Лёш, пришли с купоном на прокат. Вы первые, кто с купоном пришел, как с ними грущит. Оказывается, парень понятия не имеет, что же делать с акционными покатушками, и набрал директора, чтобы узнать, как быть дальше. Это не посчитается мне в час аренды? Вот эти все разбирательства. Хочется покататься на велосипеде долго. Пока мы оформляем купон, часики тикают. А могла бы уже давно колесить на велике. Оказывается, парень впервые открыл программу и вот уже 15 минут пытается вбить код купона. Ну пока ты, Анечка, бумажной волокитой занимаешься, я уже десяток кругов накрутила. Очень комфортно ехать. Во-вторых, он нигде не скрипит, то есть очень комфортный, такой девчачий и очень красивый. Честно признаюсь, с первой же минуты я просто влюбилась в этого железного красавца. А потом и вовсе пожалела, что взяла его всего лишь на час. Ну, не знаю, может, я здесь уже минут 40, наверное, катаюсь. Замечу, что катаюсь я минут 40, а вот тебя, Анечка, все нет. Начинаю переживать. Вот вообще просто интересно, что можно столько времени делать с велосипедом. Аня, где ты уже? Рая, я больше получаса пытаюсь получить велик на руки, но прокатчик до сих пор не может обуздать программу по фиксации купонов. Может, я могу вам как-то помочь? Просто хочется покататься на велосипеде долго, длиться. А вы еще просто такое не делали, да? А я ведь заранее забронировала время катания. Наверное, прокатчика все-таки загрызла совесть, и он, так не разобравшись до конца с оформлением скидки, сжалился надо мной. Я просто так сейчас возьму, ну, запишу я. Пока будет кататься, я это все, короче, буду. Аллилуйя! Ну не успела я обрадоваться, что наконец получу заветный велосипед, как тут начались странные сюрпризы. 75 и плюс там... Сидушка, это мягкая. Не поняла. Ну, сидушка идет комфортабельная, за нее доплачивают 20 гривен. Ну, я могу ее снять, поменять. Я не поняла, здесь я уже заплатила. Ну уж нет, дополнительные расходы не входят в мои планы. Мне тут ничего не впарят лишнего. Хочу велик за свои 69 гривен. Алло, Льошик, а як тут з оплати йде? Тут аж купон на скидку чи як? Платить нічого не треба? Платить, да, ну я же уже заплатила за купон. Хорошо, с этим разобрались, но на этом сюрпризы не закончились. А что значит на велосипедах разных категорий? Ну, типа, какой вам нравится подобрать. Вы можете выбрать, просто для вашего роста ничего другого. А, розовый велосипед. Нормально? Но это просто единственное, что у вас есть. У меня просто нет выбора. В прокате всего один подходящий под мой рост велосипед. И купон-то уже оплачен. Кстати, Рая уже заждалась меня. Рая, я только взяла этот велосипед. Слушай, ну у меня вообще проблем никаких не было. А я пришла с купоном. Это называется купон минус 30 времени твоего. Да уж, у меня вся процедура заняла не больше 5 минут. 1-0 в мою пользу. Ну я сказала, дайте тот, который получше, и мне дали вот этого красавца. Ну я довольна так. А ты? Я себя чувствую просто бедным родственником, потому что это единственный велосипед, который мне вообще могли дать. Почему? У них других нет, только этот. 20 гривен дополнительно за повышенную удобность сидушки. Кстати, разница аренды вышла всего лишь в 6 гривен. Ведь по факту я потратила почти 40 минут на оформление купона. Второй час я выкатать просто не успею. Итого потраченных 69 гривен на купон против 75 полной цены за час. Время оценить состояние велосипедов. Велосипед какой-то слегка, мне кажется, в птичках. И вот такие вот побитые ручки. Боже, у тебя ручки изгрызаны. Давай просто. У тебя такой практически новый. У меня такой. Как будто бы кто-то погрыз. А что с рамой? Ну, рама у тебя тоже грязная. Она прям у тебя здесь черная, в каких-то потеках. Может, они какой-то бэушный велосипед купили? Я не знаю, наверное, он был в прокате уже долго, потому 100%. Что он весь побитый, на нем падали много раз. Заметна разница и при езде. Ну, скажем так, что-то мне поскрипывает. У тебя скрипит, да, я слышу. Слышишь, да? Я слышу, как он едет, да. Ты знаешь, я уже вот реально, я хочу его забрать с собой, и я бы такая, что уже просто бы на нем бы поехала бы к себе домой. А этот бы я даже никому не предлагала. Это только начало, надеюсь, это просто неприятная случайность. Анечка, ну что, ты давай продолжай экономить со своими купонами, а я с комфортом поеду еще прокатаюсь свои 20 минут. Да, со скидкой я получила на руки явно велик похуже. Оправдывает ребят только то, что выбор велосипедов невелик, поэтому говорить о влиянии купона пока что рано. Тестируем дальше. Так что идти по скидке уже твоя очередь, Рая. Теперь в кальян-бар. А можно кальянчик классический, арбуз, виноград? Спасибо. Заведение находится в центре города. Как по мне, цены тут выше среднего. За кальян и обед здесь можно оставить около 500 гривен. Я заказала кальян, виноград плюс арбуз классический на воде. Стоит он 187 гривен в этом заведении. Это средняя цена по Киеву кальяна на воде. Уже прошло 5 минут, мы так заказали кальян. Ну, по идее, его должны скоро вывести. Я пришла раньше, минут на 10, чтобы официанты уж точно ничего не заподозрили. Рая, не опаздывай. Я следом за Аней иду в то же кафе заказывать кальян по купону. Не скрою, что курить я не умею вообще. А в кальянах я, конечно, плохо разбираюсь, но с нами будет эксперт, который скажет, какой кальян лучший. Выбираю стол напротив Ани и тоже делаю заказ. Скажите, мы хотим покурить кальян? Классический, обычный. Какие у вас есть? Ягоды цитрусовые. Классический кальян, виноград, арбуз. Мне нужно еще ждать свой заказ, а вот ты, Анечка, я смотрю, уже вовсю дымишь. И я тебе скажу, Рая, довольно-таки неплохой кальян. 10 минут я курю кальян, если честно, он достаточно интенсивный. Мне нормально. Но мне как-то... Да. А еще раз напомните по вкусу, что вам... Арбуз, виноград, чуть-чуть, да. Прошло уже 15 минут, а мой кальян все еще не принесли. Может, это потому, что я пришла по купону? Ну вот я уже вижу, как мне несут такой же кальян, как у Ани. Ну, в общем, приятный вкус. Да, и обслуживание поначалу мне понравилось. Кальянчик пришел перевернуть угли даже минут через 7, даже не через 10. Молодец. Но такая идиллия была только первые 10 минут. Дальше мне внезапно становится не по себе. Меня, честно, потихоньку начинает уже как-то подташнивать. Не знаю, то ли потому, что я очень редко курю кальян, то ли это связано с чем-то другим. Наверное, когда мне подойдет как наш эксперт. Потому что мне очень интересно, только у меня такой симптом или у всех. Может, кальянщик заведения знает причину такого моего состояния? Скажите, а может немного подражать? С чем может сравнивать? Если ты на голодное желудок. Нет, не на голову. Просто возьмите хотя бы водичку без газа. И по-моему. Конечно. Всего лишь? Мы все выясним, ведь за моим столиком уже сидит Дима, и он поможет разобраться в качестве кальяна. А вы спрашивали, какие табаки они вам предлагают? Это самый обычный. Самый. А что же со вкусом? Кальян нормальный, он тянется. Но опять же, сказать, что это хороший кальян, можно там через часа полтора, как вот вы его покурите, да, и он полтора часа прям раскурится. Ну или хотя бы час. Поэтому по первым 10 минутам судить сложно. А табака зависит от табака, зависит от количества. Важно вот совокупности. Количество табака в чаше, количество угля и качество угля. И уход, обязательно уход. То есть если, грубо говоря, вам сделают очень классный кальян, самый лучший в мире вообще вынесут, и ничего с ним делать не будут, то он через уже какое-то время, он уже начинает потухать. То есть надо за ним ухаживать, надо постоянно сбивать его. Тут даже больше важен не сам кальян, а обслуживание. К нам, как и положено, подходили каждые 10 минут. Обычный, вот самый такой, самый простой. Нет, кальян горчит. И это уже хорошо, ведь кальян я выбирала не самый дорогой. Наконец-то и ко мне подошел наш эксперт. Вот меня начало уже тошнить. С чем это можно связывать? Может быть, немытые шары. Да, случайно тошнит. Тошнит нет, но есть такое немножко неприятное ощущение. Это от табака. Кальян, он не должен приносить такой эффект. То есть от кальяна, от него должен чуть-чуть расслаблять, но это должно быть. Вот и буду знать первый признак некачественного кальяна. Но отличается ли он от того, который заказала Аня? Средненький. То есть если тот был средненький, это тоже средненький, но, по-моему, здесь чуть-чуть, может быть, не такой насыщенный вкус. Может быть, здесь насыпали меньше табака. Думаю, да. Думаю, вполне себе. То есть, учитывая среднюю цену на рынке Украины, почему нет? Скажи, пожалуйста, а здесь какие табаки? То же самое. Табак один, а отношение разное. За все время кальянчик подошел ко мне раза 3. Там есть пепельная шапка. Вот эта пепельная шапка, она препятствует жару. Уголь уже не дает тот жар, который он должен давать. И когда он начинает потихоньку угасать, у вас меньше дыма, и вам кажется, что кальян уже как бы все. А такой кальян, ему надо больше жара немножко. То есть за ним нужен более скрупулезный уход. Надо чаще подходить, надо чаще раскурить. На этом табаке можно сделать гораздо повеселее кальян. Ну, такое, так что лучше, так сказать, не экономить, идти в нормальное заведение. И купон в данном случае вообще вам не поможет. В итоге Дима отдает первенство кальяну без скидки. Ну, этот мне более насыщенный показался. Но мята – это не основной же вкус, то есть он должен просто немножко оттенять, давать немножко холодок. Там я холодка не почувствовал, честно. В данном случае я практически уверен, что с количеством табака. Мне так кажется, что да. И курился дольше. Скажем так, этот кальян при фанатичной любви кальяна можно еще покурить минут 15-20. Вот, то есть не покурить, а подымить его можно. Но как бы комфортное курение, я считаю, что уже закончилось. Итого я останавливаю свой таймер. Мой таймер остановился чуть раньше. Что я могу сказать? Курился кальян в укупе всего лишь 45 минут. На последних минут 5 он был просто ужасный. У меня просто дерет голову, и меня немножечко поташнивает. Если поначалу, конечно, мне казалось, что все, я лечу, то сейчас этого ощущения становится все меньше, потому что табака там уже практически нет. И тут купон пока что играет не в пользу клиента. 2-0. А еще популярны на скидочных сайтах купоны на процедуры красоты. Например, моментальный тростниковый загар. Его и куплю с хорошей скидкой. И вместо 600 гривен заплачу всего 250. Почти что халява. Я на этот раз пойду после Ани, запишусь на полчаса позже на ту же процедуру за полную стоимость. Ну, чтобы сразу глянуть, какой эффект меня ждет. Рая, пока ты записываешься, я уже бегу загорать со скидочкой. У нас загар только тростником. Да-да-да. Ну, подождите, сейчас она освободится. Здравствуйте. Вчера вам звонила. Расскажите, пожалуйста, как все выглядит. Вы потихонечку раздеваетесь. Угу. Вы уже подготовлены, правильно? Мне вообще не очень рассказывали, что надо делать, никаких мне инструкций не дали. Нет, не делала ничего такого. Нет, да, ничего не делала. Тогда нужно, чтобы я хотя бы нанесла обезжиривание. Угу, хорошо. Это по отдельности стоимость, это $100 стоит. Вот так новость! Как и в случае с купоном на прокат велосипедов, мне начинают вешать дополнительные платные услуги. А почему меня не предупредили по телефону об этом? Я не знаю, это нужно администратору уточнить. Там и не указано на сайте, получается, что там дополнительно еще какие-то расходы. На сайте нет, просто нужно подготовить кожу. Угу. А это должна была администратор уточнить у вас. Но она мне ничего не говорила. Но, как оказалось, администратор, которая меня записывала на процедуру, одна на несколько салонов и находится в другом месте. Здесь даже не салон, а вот такой вот косметологический кабинет. А можно позвонить сейчас администратору, уточнить, почему она меня не предупредила? Я просто как бы не рассчитывала. У меня потом забитый график. Как мне показалось, сотрудница салона кабинета откровенно пытается замять ситуацию. Видимо, почувствовала, я не отступлюсь. Давайте так, я вам сделаю бесплатно, а это... Ну ладно, это уладили. Надеюсь, сам результат процедуры меня таки не огорчит. Скажите, а ногти не красятся? Нет, нет. Чуть-чуть потемнеет. Но, как оказалось, мне надо было переживать не за ногти, а за свою кожу. Слушайте, а мне сейчас идти по улице нормально? Просто она пока что не впиталась хорошо. Смотрите, вот я вообще вся в точках. Мне просто сейчас на улице люди пугаться меня. Боже, какой кошмар. А я тем временем захожу в кабинет и просто не могу узнать свою коллегу. Да, посмотрите, что со мной произошло. Девушка, а у меня тоже такие точки будут? Я просто первый раз. А вы скарбирование не делали, да? Мне вообще никто ничего не сказал. И даже не спросил, первый раз я или второй. Это вообще нормально? Посмотри. У меня просто будет жесть какая-то. Просто... Спасибо, конечно, но я, пожалуй, обойдусь без такого загара. Хорошо, что деньги не заплатила наперед, как ты. Звоним администратору. Я встретила Анну при выходе, и это просто ужас какой-то, ну вот серьезно. А что мне сейчас делать? Вот я сейчас иду на улицу, еду через полгорода. Мне даже никто не предупредил о том, что могут быть такие проблемы. Чтобы вы знали, что клиентов все-таки надо инструктировать, потому что у вас проблемы с салоном, в салоне оказывается с этим. Всего хорошего, девушка. Внятного ответа так и не получили, поэтому смываюсь отсюда вслед за тобой. У меня ощущение, что у них просто старые материалы, которые поскатывали. Кстати, мне она уже, пока я ждала, обещала скидку. Как хорошо, что ты этого не сделала, тем более за полную стоимость. Это просто... Они хотели взять с меня 350! Я пошла в душ мыться, пока это все не впиталось. Чтобы хоть как-то снять полученный стресс, предлагаю сходить на суши. А сейчас затестим качество роллов. Я приобрела купон на 50% скидку на все меню. Ну, а я поем без скидки. Приходим в суши-бар, в котором тоже действуют купоны. И тут безлюдно. Филадельфия с тунцом 100 гривен, Филадельфия классическая 140, с лососем копченым 155. Филадельфия Делюкс с лососем 205. Средние нормальные, не дешевые. Будем заказывать одинаковые роллы, чтобы можно было объективно сравнить их качество. Алло, Анечка, привет. Слушай, мне кажется, что нужно заказывать классическую Филадельфию. Здесь не прогадаем. Мы определились с заказом, будем заказывать Филадельфию классическую с лососем. Поможет оценивать японские вкусняшки сушист со стажем Ярослав. Начнем с моих, тех, что со скидочкой. И первое, что оценим, их вес. А начинать надо с меню. В нем должны быть указаны такие пункты, как стоимость, вес блюда. А имеют ли они право изменять вес? Если такая сноска есть, это может быть. Хорошо, но здесь такой сноски нет. Мы не видим, да? Что рецептура может изменяться по усмотрению шеф-повара, заведения. Да. То есть то, что написано здесь, 180 грамм классической Филадельфии. они должны такую ее и вынести. Пока мы тут болтали, уже и заказ по скидочному купону принесли. Достаточно быстро, около 10 минут. Для начала заценим внешний вид роллов. Рыба как она свежая? Выглядит, да, свежей. Выглядит свежей. Да, вот если вы прижимаете, вы видите, она упругая, она возвращает форму, поднимается вверх, а сама рыба, да, как она бы пружинит, да. Значит, качество у нее достаточно хорошее. А что мы еще можем определить визуально? Форма нарезки соответствует указанную, так как в меню. Скрутка ролла достаточно неплохая, да? Начинка находится по центру. Этот тест роллы прошли. А как насчет веса? Я прихватила с собой кухонные весы. Если я не ошибаюсь, размер здесь может быть до 10%. То есть, в принципе, мы это и наблюдаем. В данном случае 173 грамма. То есть, в принципе, эти роллы соответствуют... В пределах нормы. Вот так вот, на весе, как я, признаюсь, думала, по скидке не жмутся. Ну а теперь момент истины. Маэстро, скажите свое мнение. Первое, что попадает на наши вкусовые рецепторы, это была рыба. Рыба плотная, свежая, с оттенком свежего огурца. В пределах нормы. Я могу сказать, что она качественная. Рис. Ну, для меня он сухой. Рая, мой эксперимент показал, что роллы за полцены вполне соответствуют меню. Пока вы беседуете с Ярославом, я сама уже поставила диагноз своему роллу. Вот этот вот ролл, абсолютно он больше, чем все остальные. И только здесь, вот мне кажется, этот кусок лосося будет более, ну, таким здоровым и свежим. А вот этот вот, например, же рыхлый такой кусок. Но, как оказалось, я в этом вопросе разбираюсь плохо. Если говорить о свежести рыбы, да, снова-таки визуально, она вот пружинит. Можно сказать, что она свежая. По качеству риса та же свежесть. Но были моменты, которые смутили. В том ролле, лично я увидел, да, в разрезе, например, авокадо явно выражено, видно, что оно там присутствует. Да. Здесь ну, достаточно тяжело определить, где оно здесь есть. Да? Да. Огурец видим, а авокадо нет. Ну, по крайней мере, в той части, которая расположена к нам. Если, если отодвинуть роллы, может быть, в следующих кусочках. А, тут вообще... Ну, я, например... Я тоже не вижу. Больше огурец. Огурец, да. Если с этой стороны посмотреть... То же самое. Тоже. Нету вообще. Нету авокадо, да, здесь? Да. А вот рыбки не пожалели. Так что Аня 1-1. У вас больше идет накрытие. То есть можем сказать, что в этом случае рыбы больше, но минус авокадо. Презентация примерно такая же. Но я бы не сказал, что она очень хорошая. Васаби у нас стекло. Теперь осталось взвесить, да? Давайте. А, 183. А это на 3 грамма больше, чем указано в меню. И на 10 грамм больше, чем у тебя, Аня. Но и это еще не все. В этом случае даже я могу заметить, что не только я. Здесь есть маленькие точечки икры масаго. Да. Да? У нас в блюде его нет. Остатки икры на ролле, в котором ее априори нет, значит только одно. Это значит следующее, что коврик был плохо вытерт, убран и подготовлен. За 140 гривен могли бы уже его помыть. Да уж, аппетит как-то пропал. Но нам нужно оценить и вкусовые качества. Икры здесь, слава богу, совсем чуть-чуть, поэтому пробуем. Но мне чего-то не хватило. Правда, хочется чем-то запить, да? Сочнее хочется, чтобы не были нам. Сочнее. Если бы мы макали полностью рисом соевым, было бы нормально. Было бы нормально, но это неправильно, да? То есть можно сказать, или рецептура, которая не притягивает гостей, да? Вот, они недостаточно сочные, они не включают эмоцию, и они сухие. Подведем итоги. Какой мы можем сделать вывод, Ярослав? Мы увидели разницу небольшую в весе блюда, но на удивление, даже по скидке, авокадо было более явно представлено и выражено, нежели в блюде за полную стоимость. По вкусу, по консистенции, по форме нарезки практически не отличаются, и мы увидели, что... Норма выхода блюда, она в пределах допустимого, да, с отклонением до 10%. Купоны в данном случае играют роль маркетингового хода для привлечения гостей. Зачем платить больше? Действительно, идешь куда-то в ресторан, берешь подругу, один по купонам, другой просто так, сравнили, все, удостоверились, что это просто маркетинговый ход. Если я еще раз когда-нибудь пойду по скидкам, то исключительно в ресторан. Но вот покупать развлечения по скидкам, такие как прокат велосипедов и процедуры красоты, я бы точно не рисковала. Здоровье и внешности дороже.